великий хор, великий ансамбль, великий коллектив. И вот стоит на сцене такая скромная, такая хрупкая, но великая, гениальная с ног до головы ваш руководитель. Вы не нуждаетесь в никаких оправах, ни в каких даже кокошниках, которые иногда надеваете, потому что русская культура жиждется на русской песне, а это бриллиант в короне государства.